Всем привет! Сегодня поговорим о стоимости бензина и дизельного топлива. Узнаете, сколько стоит бензин в моем городе, в котором я проживаю, а также сравним цены с другими городами, такие как Новосибирск, Москва и Хабаровск. Будет интересно и познавательно. А вот если вы не подписаны на полезный канал, обязательно подпишитесь, поставьте лайк этому видео. А в комментариях можете поделиться своими мыслями по поводу стоимости бензина. Мы начинаем. Поехали! Итак, давайте начнем. Мы с вами посмотрим стоимость бензина таких марок, как АИ-92, АИ-98, АИ-95 и дизельное топливо. Цены будем сравнивать не по АЗС, а возьмем стоимость с Яндекса. Забиваем в Яндексе цены на бензин, к примеру, Сочи, и нам на 2 декабря показывает стоимость бензина. И так делаем по каждому городу. А начнем мы с вами с АИ-92. Итак, самый дорогой бензин марки АИ-92 стоит у нас в Хабаровске. Стоимость за 1 литр обойдется 45 рублей 21 копейка. Самый дешевый бензин марки АИ-92 стоит в Новосибирске. Стоимость за 1 литр 41 рубль 50 копеек. В моем городе данная марка бензина стоит за 1 литр 42 рубля 90 копеек. Идем далее. Стоимость бензина марки АИ-95. Самый дорогой бензин марки АИ-95 стоит у нас в Сочи. Стоимость за 1 литр 48 рублей 60 копеек. Самый дешевый бензин марки АИ-95 в Новосибирске. Стоимость бензина 44 рубля 85 копеек. В моем городе АИ-95 обойдется за 1 литр 45 рублей 40 копеек. Хорошо, идем далее. Стоимость бензина марки АИ-98. Самый дорогой бензин стоит у нас в Новосибирске. Стоимость за 1 литр 55 рублей 47 копеек. Самый дешевый бензин марки АИ-95 стоит в Хабаровске. Разница почти в 5 рублей. Стоимость бензина в Хабаровске марки АИ-98 обойдется 49 рублей 20 копеек. В моем городе стоимость бензина АИ-98 53 рубля 90 копеек. Идем далее. Дизельное топливо. Вот кому дизельное топливо не нужно, так это, видимо, Сочи. Потому что стоимость самая дешевая. И стоит 46 рублей 55 копеек. Видимо, дизельным топливом не заправляется, спроса нету. Поэтому и цена такая. Самая дорогая стоимость дизельного топлива у нас опять в Хабаровске. Стоимость 1 литра обойдется 52 рубля 25 копеек. В Ангарске, в моем городе, стоимость дизельного топлива 51 рубль 10 копеек. То есть это практически второе место среди данных городов по дизельному топливу. На втором месте по стоимости между Хабаровском и Ангарском это Новосибирск. Литр стоит 50 рублей 90 копеек. Получается, это третье место. Давайте посмотрим в совокупности, точнее, вот в таком вот разрезе. Мы с вами видим, что стоимость самого дорогого бензина марки АИ-98. Вот у нас он зеленого цвета, АИ-98. Этот вид марки бензина стоит дороже всех. То есть дороже марки 95 и дороже марки 92. Ну, по каким причинам он стоит дороже, я объяснять не буду. И так, в принципе, понятно. Далее по стоимости идет бензин у нас АИ-95. Он у нас вот таким вот цветом. Мы с вами видим, что он у нас дешевле, чем 98 бензин, но дороже, чем 92. 92 бензин у нас с синенькими колонками. Он у нас по стоимости на
третьем месте. Дизельное топливо у нас, в принципе, дороже бензина марок i92, i95, но не превышает стоимости марки бензина i98. Вот он у нас держится в районе 46 рублей 55 копеек. Это самое дешевое дизельное топливо. Стоит оно в Сочи. И самое дорогое дизельное топливо у нас стоит 52 рубля 25 копеек. Это у нас в Хабаровске. Вот такие стоимости на бензин. Что вы думаете? Поделитесь своими мыслями в комментариях. Обязательно напишите, сколько у вас стоит бензин в вашем городе. Как вы считаете, дорого стоит, дешево? Литр бензина 92 должен сейчас стоить максимум 60 рублей, либо как минимум там 30 рублей. Поделитесь своими мыслями, дайте об этом знать. Мне будет интересно. У меня на этом все. Вот такой небольшой ролик получился. Посмотрели, сколько стоит бензин в разных городах, в том числе в моем любимом городе. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующем ролике. Пока!